все, никаких голосований против Сережи. Ты теперь, Артур, поменяй, пожалуйста, Катя местами. Отстаивай его. Нет, я голосую против Сидорова. Тогда объясни хотя бы Сереже, раз так как к нему хорошо относишься, почему ты голосуешь против него. Потому что я изначально считаю то, что Сергей, приходя на проект, воспользовался проходным билетом в виде Адрианы, что тут давным-давно не было уже любви, никаких высоких чувств. Ему было с ней всю жизнь комфортно, и его все время провождения на проекте было какое-то мертвое, бесхозное. Ужас какой. Ну хорошо, у нас есть гуру, оказывается, который все это время был наставником Сережи. Может быть, он заступится за него? Да, я заступлюсь за Сережу.